Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о кейс Хонде или немецком Вольфшпице. Родиной кейс Хонда считается Северная Европа. В 16 веке на территории современной Германии и Голландии этих собак использовали для охраны домов и стад во время выпаса. Сегодня кейс Хонда утратили свое грозное предназначение, приобрели репутацию отличных собак-компаньонов. Они очень жизнерадостные, очень умные, послушные, часто участвуют в соревнованиях по agility, различным танцам собак. Очень такие активные, живые собаки, жизнерадостные. Кейс Хонда имеет компактное тело средних размеров. Рост представителей породы обычно составляет от 43 до 55 сантиметров, а вес колеблется от 25 до 30 килограммов. Шерсть у этих собак длинная, двойная и прямая, с коротким плотным подшерстком. Окрас у кейс Хондов занарно-серый, характеризуется черной маской, черными ушами и черным кончиком хвоста. Кейс Хонды – активные собаки, они дружелюбные и ласковые. Представители породы легко уживаются с другими животными и хорошо ладят с детьми, особенно обожают играть с последними. У нас дома есть кошка, они прекрасно ладят. Я знаю, многие держат тоже совместно с другими животными и с другими собаками, с маленькими, большими. Единственное, тут такой момент, если речь о какой-то очень маленькой породе собак, то кейс Хонд со своей жизнерадостностью может какому-нибудь флегматику так надоесть. Вот. А в остальном они прекрасны. Уход за кейс Хондом не требует специальных знаний и навыков. Обязательно необходимо следить за тем, чтобы питание животного было сбалансированным. Собак этой породы нельзя перекармливать, так как они склонны к ожирению. Купать кейс Хондов стоит по мере загрязнения шерсти. Глаза и уши этих собак нуждаются в регулярном осмотре, минимум 1-2 раза в неделю. Особенное внимание стоит обращать и на шерсть животного. В период между линьками вычесывать собаку нужно 2-3 раза в месяц. Во время линьки 2-3 раза в неделю. Несмотря на обилие шерсти и, в общем-то, кажущийся сложный уход, не все так страшно, как кажется. Достаточно мыть примерно раз в месяц, хорошо прочесывать раз в неделю. В общем-то, это было бы просто замечательно. Но структура шерсти кейс Хонда такая, что не требует прям тщательного ухода, ежедневного расчесывания, как у некоторых других пород. Средняя продолжительность жизни кейс Хондов составляет от 13 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!